Природа вовремя вспомнила, что ноябрь – это месяц предзимья, и буквально в последний день октября северо-западным ветром в средние широты произошло активное вторжение холодного воздуха. В центре и на севере региона сформировался снежный покров от 1 до 6 сантиметров. Для саровчан первая неделя ноября принесла мокрый снег, минусовые температуры по ночам, в среднем 0-3 градуса, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. И ноябрь в этом году по температурному фону ожидается близким к норме. Для саровчан это минус 2 градуса. И те, кто еще ожидает плюс 10, наверное, ждать не стоит, поскольку обеспеченность даже таких высоких температур всего 5-10%. Осадков в ноябре ожидается в пределах среднестатистического значения 40-45 миллиметров. И в 90% это снег и мокрый снег. В начале месяца снежный покров будет неустойчивым, поскольку чаще всего снег ложится в зиму в конце ноября – начале декабря. Но в темное время суток при таких природных условиях гололедица на дорогах формируется уже сейчас. Поэтому водителям нужно соблюдать осторожность. По прогнозам, аномальной по холодам грядущая зима не станет. Из-за изменения климата самые продолжительные и интенсивные холода с морозами, конечно, возможны в конце января, начале февраля. Что касается снега, конечно, снегопады будут, поскольку наша территория открыта и доступна всем циклонам, которые смещаются в наши широты с Атлантики, со Средиземноморья, Черного моря. При этом циклоны могут принести к нам не только осадки, но и оттепели, которые бывают во все три зимних месяца. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.